Как известно, правильное питание является одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье человека. Рациональное питание помогает поддерживать здоровье на должном уровне и предотвращать развитие многих заболеваний. Однако не все люди знают, какие продукты следует употреблять в пищу, чтобы сохранить свое здоровье. Решить все вопросы в этом направлении поможет магазин правильного питания «Здоровье и молодость». Подробности у Кирилла Пантелеева. В настоящее время больше людей осознают важность здорового образа жизни и переходят на правильное питание. Это связано с растущим осознанием вреда, который могут причинить неправильные пищевые привычки, такие как избыток потребления процессированных продуктов, сахара и жирной пищи. Жительница Новоуральска Юлия Долгорукова решила глобально изменить отношение горожан к правильному питанию. И вот не первый год развивает свое дело, которое называется «Здоровье и молодость». А у нас в городе нет такого, чтобы пошел там и купил там муку без глютена, там растительное молоко, либо сладости без сахара. Вот потихоньку-потихоньку началось вот это все закупаться, организовываться. Тут уже пошла поддержка от покупателей. Количество людей, ведущих здоровый образ жизни и которые заботятся о своем здоровье, постоянно растет. В связи с этим увеличивается спрос на определенные продукты, которые помогают поддерживать здоровье. Благодаря проекту гражданских инициатив «Радиус доверия», фонду поддержки предпринимательства и администрации Новоуральского городского округа, Юлия в прошлом году смогла запустить собственное производство сыродавленных масел. Что мы производим? Масла различные, параллельно идет мука и всякие смеси салатные. Это вот там и кунжутное, и льняное, и тыквенное. И какое преимущество? В том, что все семена российского производства. Советуем поэтому приходить, и всегда будете делать, возможно, вкусные салаты. И для чего еще может подойти у нас льняное? Вообще льняное масло – это хит по содержанию омега-3. А омега-3 – это наши сосуды. И оно для сердечно-сосудистой системы очень хорошо. Вообще всем, вот просто всем рекомендую. Близится один из самых масштабных и долгожданных праздников – Новый год. Подарки, связанные с правильным питанием, могут быть значительным способом поддержки родных в их стремлении к здоровому образу жизни. Такие подарки помогут близким продолжать следовать правильному питанию и наслаждаться своим здоровьем в новом году. Мармелад – это наш хит. Мы его привозим только в праздничные дни, чтобы наши покупатели радовали себя, своих родных. Шоколада очень много. А кто вот поставщик мармелада? Откуда приезжает? Ну, вот это московский мармелад. Вот. Но у него очень хороший состав, там никаких ни консервантов, ничего нету. Но он с сахаром. Но у него срок годности всего 3 месяца. То есть благодаря тому, что... Надо успевать покупать, получается. Да, успевать покупать, дарить. Правильное питание является ключом к здоровью и благополучию. Оно помогает поддерживать оптимальный вес, снижает риск развития многих заболеваний и улучшает общее самочувствие. Кроме того, здоровое питание может помочь повысить уровень энергии и улучшить качество сна. А как для себя открыть мир здорового образа жизни, надо всего лишь посетить магазин «Здоровье и молодость». Сюжет был подготовлен на правах рекламы. Кирилл Пантелеев, Дмитрий Дедюхин, «Объектив. Итоги».